Будем сегодня готовить манник на кефире с какао. Для этого нужно 1 стакан манки, 2 стакана кефира, 1 стакан сахара, 0,5 стакана растительного масла и 0,5 чайной ложки соды, 2 ложки какао. Давайте готовим. Высыпаем манку, 1 стакан, 2 стакана кефира, 1 стакан сахара. Все тщательно перемешиваем. Перемешали и оставляем манку нашу для разбухания на полчаса. Постояла у нас полчаса. Манка разбухла, сахар растворился. Добавляем сюда масло растительное, 0,5 стакана. Размешиваем. Масло хорошо размешиваем, чтобы пленки этой не было вот наверху. Так. Добавляем муку. Стакан. И 0,5 чайной ложки соды. Мука с содой должна соединиться. И перемешиваем. Делим тесто наше пополам. Там чуть-чуть, если больше будет в какую-то, ну, вот так приблизительно у нас будет. В одну часть мы добавляем 2 столовых ложки муки, чтобы оно было погуще. Перемешиваем. И в это тесто я добавлю немножко цедры. Буквально немножечко. Будет вкус. Перемешаем. Такой запах приятный. Лимончика. Сюда добавляем 2 ложки какао. Запах будет шоколада. И перемешиваем. Берем нашу форму, слегка, у нас там достаточно масла, слегка смазываем нашу формочку, чтобы не прилип. Смазали и начинаем выкладывать тесто. Сначала будем вот такое белое с цедрой лимона. Мы возьмем сколько, сейчас посмотрим, сколько у нас здесь растечется. Вот, 3. В рецепте, которым я смотрела, там было по 3 ложки белого теста и 3 шоколадки. На серединку белого теста выкладываем наш коричневый. 1, 2, 3. Даем немножко, чтобы оно растекло, тесто. Накладываем опять белого посерединке. Коричневое. Итак, мы все сделаем тесто до конца. И последняя ложка у нас идет беленького. Берем обычную зубочистку и начинаем художество. Кто как может и кто как умеет. И начинаем от центра и по углам.
Ставим в духовку на 180 градусов буквально на полчаса. Проверяем наш пирог зубочисткой. Вот она, сухая. Сухая, значит, пирог наш готов. Смотрите, какой красивый получился, полосатенький, как зебра. Лимоном пахнет, шоколадом, рыхленький такой, очень вкусно. Приготовьте, не пожалеете. Всем приятного аппетита, всем пока-пока.